Хороших дорог рязанцы не видели уже лет 20, а может и больше. Для некоторых, особенно начинающих водителей, гладкий асфальт является экзотикой. А ведь ни в одном из соседних регионов такого ужаса, как в Рязанщине, нет и не было. Взять, к примеру, улицу Зубковой, но сплошное издевательство над фантазией русского человека. Вроде хочется разогнаться по прямой. Но мини-катаклизмы не позволяют набрать даже законные 60, а ремонт машины в наше время – удовольствие дорогое. Как бы мы ни возмущались, как бы ни просили дорожников хотя бы засыпать рязанское минное поле, все бесполезно. Денег на ремонт никогда нет. По правде говоря, руки опускаются. Как-то один из рязанских чиновников поделился с нами, что предпочитает, чтобы колеса автомобиля были больше ям. Но куда деваться, если ямы превышают размер автомобиля? Вопрос, конечно, риторический.